Доброе утро, мои любимые. Солнышко, выходи. О, выходит. Красота. Птички. Птички. Доброе утро. Доброе волшебное питерское утро. Солнышко, выходи. Солнышко. Зову охлоедов. На улице вроде бы все сухо. Надо идти гулять срочно. Наш ангел с вами. Птички! Птички! Тут вроде не сидят. Там где-то наверху. Кто-то ходит. Кто там? Никого. Захотят, прилетят, поедут, поедят. Смотрите, какие семечки крупные. Сама бы ела. Солнышко, выходи. Кто ходит? Не видно, но слышно. Небо обалденное. Пойдемте прогуляемся, мои любимые. О, прилетел. Сколько добра у тебя, кушай. Кушай, мое солнышко. А у нас с вами сегодня, мои любимые, суббота, 9 апреля 2022 года. Не забудьте поздравить Ивана и Матрёну, если найдете. Кушай, не бойся. Не бойся. Вот тебе одному-то свезло. Какая туча прилетела. Огромная. Все, свалил. Наелся. Солнышко. Красота. А я одеваюсь. Надела уже штаны. Сейчас обуюсь. Надену курточку. И вперед. Гулять. Все съели? Ну давайте тогда вам там немножко овсянки. Какой завтрак, мой птичек? А я пока без завтрака.
Если добрый день, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Солнышко, привет, мои любимые, привет, привет. Суббота у нас, я сонная, еле иду. Только проснулась, подруга сообщила мне прекрасную новость, что министр иностранных дел Захарова сообщила нам, что YouTube закрывается сегодня или завтра. В общем, потихонечку людей отключают от информации, потому что чересчур стали разумные, а не умные. Вот так вот, как небушка плывет, вообще обалденно. Можно стоять и смотреть на него. Красота. Так что, мои любимые, я буду теперь выкладывать свои видео на Дзен с Божьей помощью. А на YouTube, не знаю, может быть, это видео мое будет крайним, пока его снова не включат. Как-то люди умудряются ставить на свои устройства. Привет, солнышко! VPN и смотреть YouTube и выкладывать туда даже. Есть те, которые и на Instagram выкладывают свои видео. Хотя Инстаграм уже в России вроде как закрыт. Не знаю. Бокальчик. Кто-то гулял вчера вечером, наверное. Потому что я ходила днем. Бокальчика этого не было. Желтенький цвет. И желтенький цвет мой любимый. Я хотела надеть желтую кофточку. Ну, потом что-то перехотела. Потому что сгрустнулась. Ну, как-то я с Ютубом уже сколько? С 18 года. И уже прям привыкла как к дому родному. Как он поворачивает, смотри. Двойную сплошную. И в него чуть не врезался задний. Этот, как его... водитель. Иду за водичкой в 7 шагов. Вчера хотела стримить, но погода была вообще ужасная. И дождь, и снег, и ветер, и все на кучу. И я так и не пошла никуда. Сегодня прямо весна, обалденное небо, солнышко, и все сухо, смотрите, ни снега, ни грязи. Куда вчерашняя погода делась? Непонятно. Как и все. Куда-то девается, исчезает, появляется, все. Как говорится, оттуда. Он у меня Audi едет, черненькая, а я иду. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Спрашивают на Дзене, почему вот тот в ботинках, а этот босой. Ну, кто ж его знает.
Может, он провинился или ходил больше и дольше, чем этот. Этот сберег свою обувь. Как мы с подругой. Вы знаете, я куплю, например, себе обувь и ношу ее по 10 лет. А у подруги через месяц-другой все, она уже приходит в негодность. Так что, мои любимые, каждому свое. У меня, например, мама... О, и шнурок тут же развязался в подтверждении моей истины. У меня, кстати, мама, знаете, носила обувь тоже годами. Вот. А у брата портилась через там, не знаю, тоже как у Юльки, через месяцок-другой. Ой, мне сейчас одной рукой никак не завязать. А я сюда впихну. Впихну. Так. Кто молодец? Я молодец. А вы не знаете, почему один обутый, а второй разутый? Не знаю. Не знаете? А то у меня спрашивают мои друзья, я не знаю, что ответить. Красота, да? Да, красота. Помыть бы еще точно. А когда солнышко, вообще волшебно. После зимы. Да, после зимы хотелось бы их помыть. Все там в пылячке. Вот с тетечкой тут стоим. Смотрим с мадам. Вода-вода-вода-вода. Мадам. Это ты стучишь? Флаг Болгарии расстучался тут. Дзенькает, как будто мы в этом в храме Шивы. Привет, мужики! Гуляете? И тут какой солнечный. Я вспомнила свое детство. У нас была квартира. Ой, квартира. Ну, дом частный, бабушкин. Ей выдали его, когда она из Грузии приехала. Где была по комсомольской путевке. Так вот. Я помню, такая радость была, когда к нам в это подземелье заходило солнышко. Знаете, у нас там всегда было темно и сыро, и пахло сыростью. Сколько людей вообще. А, ну суббота. Люди не работают. Помидорчики прекрасные. Кстати, закончился чеснок. Может взять штучку. Огурцы, конечно, не веселые. Ой, не возьму, пусть подруга идет, берет. У меня куча дел. Куча. Такие бананчики. Ой, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нравится вот тут эти семечки. По... Семечки по 99 рублей, 99 копеек, которые я беру. Так, так. Представляете, это я сейчас из-за водички буду стоять опять 3 часа. Благодарю. Вот она, водичка моя. А вон очередь уже отсюда. А, что тут кроме? Ого, какой высокий. До потолка. Я хочу шоколадку еще. Шоколадку. Опять одна касса. Ага. Ага.
кто там? Халина моя. Сейчас будем здороваться. Ого, у него сколько. А у меня только водичка. Так что, мои любимые, будем без Ютуба или с VPN смотреть. Кто это? Я думал, сюда пришел. Да не убрали. Вот. Хадыжа. Один, да? Замерзла Хадыжа. Здравствуйте. Да, дверь открыта, болтава таскали. А-а-а. Вот только включили печку и закрыли. Ага. Ясно. Что-то заикаю. Водички надо купить. Холодную не хочу, зуб болит. Зуб болит? Вот так вот. Покажите вас будет. Покажите. Салемтык. Салемтык, говорю. Я деньги тут взяла. Сейчас как раз окажется, что я деньги еще не взяла. Взяла. Ну, хорошо. Спасибо. Ага. По 50 есть у вас один? По 50 рублей. Держится беленький, можно дать тебе интерес. Спасибо. Хорошего дня. До свидания. Думаю, что мне попало в ботинок? А у меня что-то шнурок там. Я его запихнула. А там луна. Сейчас покажу. Вон она. Видите? Вон она. Луна, привет! И луна, и солнце, и все сразу. И здесь, и сейчас. Красота. И солнышко в окнах. И птички. И облака. Боже, как прекрасно. Гуляет парочка красавчиков. Божественная погода. Я не знаю, вчера было 10 градусов, но был очень сильный ветер и дождь. А сегодня солнышко. Ветерок есть, конечно. Но, по-моему, еще теплее. Какой дядечка интересный. Снежный. Такая прекрасная прогулочка у нас с вами. Жаль, конечно, что закрывают YouTube у нас. Но за все надо благодарить. Будем благодарить, мои любимые, что делать. Так что я свои видео буду на Дзен выставлять, Яндекс.Дзен. У кого еще нет, подписывайтесь, ищите меня. Я там Ирина Питер, как и в этом самом, в Ютубе.
Вот. У меня уже около 30 там подписчиков нашли меня. И буду ВКонтакте выставлять свои видео. А что делать вообще? Что остается? Вы знаете, что я это делаю для вас. Потому что люблю заниматься видео. Люблю вас. Спасибо, что вы есть. Всем волшебных выходных. Пока-пока. Пока. Луна за тучку заходит. Зашла.